наш коллектив организовался почти 20 лет назад. В ноябре мы будем праздновать 20 лет коллективу. Но в этом составе, вот трио, мы 4 года вместе играем. Идея создания была, мы все играли в разных больших оркестрах народной музыки, народную русскую музыку играли, но нам хотелось играть, используя русские народные инструменты, играть музыку всех народов мира. Но нас просто трудно назвать жанр, стиль, в который мы играем, одним словом. Многие говорят, что это стиль кроссовер, потому что мы, используя старые русские народные инструменты, и играем музыку всего мира. Играем музыку популярную, рок-н-ролл и все что угодно. Поэтому и костюмы, соответственно, здесь русский дух есть, так, но это не традиционный русский костюм, конечно. Но намек на Россию. Раньше на таких инструментах играли скоморохи. Ходили на рынках, где много народу, представления, и играли музыканты скоморохи в таких ярких одеждах. Как можно относиться к дереву, если дерево – это наше все? Кроме того, что дерево дает воздух, выделяет кислород, дерево дает музыку. Все лучшие инструменты мира сделаны из дерева. И касается и нашей балалайки, и моей балалайки, и русского кнопочного аккордеона, который мы называем баян, тоже дерево. Поэтому дерево – это наша жизнь, дерево – это наша музыка, дерево – это наш звук. У каждой нации он по-своему звучит. Потому что и деревья везде разные растут, разная душа. Это, пожалуй, самая известная русская народная песня. Ее во всем мире знают. И в ней поется о любви молодых людей в лесу, где они встречались, признавались в любви друг к другу. И теперь каждый русский человек поет или играет эту песню. Это очень популярная песня. Thank you.
балалайка, она моложе. Потому что балалайки вот в этом виде, когда из дерева стали делать, и 300 лет всего. Но до этого балалайки делались из тыква, это овощ такой большой. Сушили тыква. Из дерева стали их делать только 300 лет назад. Вот в этом виде она стала инструментом. Да-да-да. Балалайка, контрабас, это разновидность тоже, она тоже старая, потому что когда люди собирались вместе и делали одна балалайка такая, другая чуть больше, это балалайка прима. Чуть больше балалайка альто, секунда, бас балалайка, дабл бас. Их много балалайчек. А есть еще совсем маленькая балалайчка пикколо. Small one балалайка. Баян – это разновидность и европейского аккордеон. Баттомс аккордеон, клавиши кнопочками, потому что есть аккордеон, который как на пианино, а здесь баттомс. Очень популярный инструмент в Европе аккордеон, но баян отличается тем, что вот у него кнопочки и немножко другой звук. Ну, в общем, это русский аккордеон, можно так сказать. Безусловно, мы думали, что мы надеемся, что наши выступления хоть как-то помогут улыбнуться людям, забыть вот эти трудности, хоть на то время, пока мы играем, отвлечь от бед, от их, чтобы они забыли, чтобы легче им стало всем. Да, мы ходили, мы даже сами расписывали, участвовали на деревянных этих. Да, кусочки ходили, смотрели, это очень интересно. Мы здесь уже нашли много новых друзей из Иордании, и из Мехико. Ребята очень хорошие, дружелюбные ребята. К сожалению, они плохо говорят по-английски, а мы не говорим по-испански. Но это не мешает, потому что они музыканты, мы музыканты, а музыка иногда и... Музыка, в общем-то, общий язык международный. Поэтому очень здорово, что на этом фестивале столько интересных музыкантов, и не только музыкантов, а вот художников, которые режут такие чудесные произведения. Это очень потрясены просто. Душа поет, называется.